без вопросов. Что ж, переходим к следующему бою. Шестая пара этого вечера. Очень длинная пауза была при вынесении решений в предыдущем бою. Посмотрим, как будет сейчас. Как-то заскучали немного трибуны, слишком большая пауза. Боец в синем углу, весовой категории 77 килограмм, рост 171 сантиметров. Кандидат мастера спорта по ушу санда, по боевому самбо, команда Манас Про. Тренер Ибраимов Ильяс. Встречаем Ибраимов Айбек, Кыргызстан. Его соперник, весовая категория 77 килограмм, рост 8 сантиметров. Кандидат мастера спорта по тайскому боксу. Профессиональный рекорд. 3 победы, 0 поражения и 0 ничьи. Команда Мангуст Тим. Тренер Тугизбаев Мансур. Узбекистан, Ташкент. Встречаем Хусанов Джахонгир. Хусанов Джахангир против Айбека Ибраимова. Вновь узбекский боец против нашего. И довольно интересно будет понаблюдать за этим боем. Тем более, что это крайний бой данного выпуска. Выпуска под номером 2. Не пропускайте трансляции на телеканале НТС Спорт. Ищите записи в Ютубе. Вот здесь ошибка. Первую же секунду пробивал хайкик Джохангир и просит он сейчас рассмотреть настил скользкий. Немножечко капризный такой узбекский боец у нас вышел. Но тем не менее, Айбек Ибраимов невозмутим. Бой продолжается, секундомер не стали останавливать. Ну, ничего страшного. Давайте посмотрим. Очень опытный Джохангир. И как на это все будет реагировать КМС по ушу и самбо Айбек Ибраимов. А вот здесь вновь сказался скользкий настил. И Джохангир сам себя уложил буквально настил. Попытка удара в лицо не прошла, и Джохангир ухватил оппонента за руку, терпит Айбек Ибраимов, но похоже, что поймался он на болевой. Тем не менее, не сдается Айбек. Ах, как же выворачивает Джохангир Хусаинов. Ох, так, и останавливает этот бой. Ввиду отказа секундантов. И мы видим, что секундант кого? Айбека Ибраимова, да, из его угла выброшено полотенце, сдался. Ну, был он на сильном болевом, и, мне кажется, терпел просто на характере. Тут Джохангир при определенной... Бою, ввиду отказа секундантов, победа присуждается Хусанов Джахангир! Ну, поздравляем узбекского бойца. Действительно выиграл достойно. Да, вот ему должны поднять руку. Браво! Поздравляем! Ну что ж, друзья, на этом наш второй выпуск с села Акжар с турнира Selection 14 завершается. С вами был Дидар Есемов. Смотрите Верф на телеканале НТС Спорт.